Европарламент лишил лидера французской ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности. Этого требовала прокуратура Франции. В 2015 году Ле Пен опубликовала в Твиттере три фотографии убийства пленников, которые совершили члены запрещенной в России группировки «Исламское государство». Ряд юристов назвали эти твиты пропагандой насилия. Ле Пен назвала обвинения против нее политическими и заявила, что французские власти используют судебную систему для достижения политических целей.